Здорово! У нас печальные новости. Боба тоже затянула в эту трясину этого... адского создания этого ТикТока. Да, поехали посмотрим на его мучения. Лучше бы его растерзали. Знакомьтесь, это Боб. Он художник. Подожди, он снимает что-то на телефон. Спидпейнт рисует. А, челлендж. Это новый челлендж какой-то? Да, что-то они там... О, Боб со шрамом. Говори, что Херакс так проводит, короче, по зеркалу. По стеклу. И типа ты стираешься там, а там ты переодетый. А то обратно снова не переодетый. Вот это магия монтажа. Хорошо, что не челлендж, не обоссался. Да, это еще терпимо. Тик-ток. В нем уже сидят 800 миллионов человек. И ты туда же. Жесть, еще. Это какая часть населения. О! Там есть не только веселые вещи. Про подушку переодевания. Гениально. Так, что там опасное? Он забирает. Объявляю 24 часа смертельных челленджей из ТикТока. Как насчет поесть соли? Это же обезвоживание будет дикое. Да ладно, у них есть такой челлендж? Я не знаю. Может, мы не сидим в ТикТоке, откуда мы знаем? Хочется пить. Все из-за повышенного уровня натрия в крови, который обезвоживает организм. Первыми пострадают почки, которые просто перестанут справляться. Это завещание? А, это работа. Понадобится всего 45 граммов соли, чтобы сыграть в ящик. Ну ладно. Жестко. Куда ты собрался? Мы ведь только начали. Да нет. У нас даже появился первый лайк. Лайк. Что следующее? На очереди еще более неприятное. А, унитаз облизывать. Будешь облизать унитаз. Не делай такое лицо. Просто представь, что это большой леденец. И все. Конфеты. То есть мы не боимся, что там коронавирус, а то, что там говнешки не прилипшие. И моча чья-то. Там же на сидушке однозначно будет. Нет! Засунь обратно! Ну, он мультяшный унитаз, тут не настоящий. Ничего сложного. Правда, самое страшное впереди. На ободке унитаза живут более 3 миллионов различных бактерий, среди которых различные кишечные палочки, стафилококки и даже паразиты. Это может стать причиной вздутия... Прикольно была отсылка на фильм. ...инфекции или даже смерти. Настало время зажечь по-настоящему. Я говорю про огненный поджечь челлендж. Себя? Его суть в том, чтобы облить себя горючим и поджечь. Что, самоубийцы там? Температура воспламенения... Они просто сделают все ради хайпа. Уже через 30 секунд ты получишь ожоги 4-й степени и будешь больше похож на стейк, чем на человека. Красота. Вот, подписчикам это нравится. У нас миллионы просмотров. Еще танцевать можно. Есть плохая новость. Когда огонь поразит более 50% тела, ты отправишься на небеса. Весь год я мечтал отомстить за смерть. Продолжение. Так чего ты ждешь? Сделай это. Это суперпистолет, либо это укол? Пистолет-укол. Я так поняла, теперь знакомься, Боб будет выходить к основной сюжетной линейке, и в каждой серии, вот такой обычной, про какие-то истории, будут ставить пасхалки на задел на будущее. Mm-hmm. Потому что, по-моему, вроде они анонсировали полнометражку, мне кажется, что они будут как-то подводить это все дело, чтобы раскрывался больше сюжет именно линейки самой к самому полнометражному тимону фильму. Сколько человек рисует мультик, раз они так быстро успевают сделать? Ну, целая студия. Раз в неделю успевают, но это сложный мультик. Я не знаю, сколько человек. Человек 20? Много, потому что отдельный человек, который делает явно звук. Я просто знаю, что на самом деле многие не знают, сколько там людей вообще работает, кто там за этим стоит. Ну да, очень много проектов анимационных. Секретный вообще весь. И кто-то думает, что, допустим, вот есть анимационный проект, как Metal Family, кажется, что его делала целая студия, а по факту его делала всего 2 человека, да? Ну, поэтому его делали долго. Да. А есть такие проекты, которые вот достаточно быстро выходят, с качественной такой рисовкой, но получается там однозначно анимационная студия, потому что, ну, физически нереально это отрисовать именно так. Очень быстро, настолько быстро. Это жесть просто. О, да, знаешь, я заметила, что, ну, Боб же все его ролики связаны с тем, что, типа, над Бобом диктор издевается постоянно, да?
И получается, ТикТок — это как один из, из видов издевательств, понимаешь? Как это показано. Блин, ну жесть, я реально не понимаю. Господи, настолько тупые чел. Ладно, ты в подушке там пофоткался, постирал изображение. Но реально, лизать унитаз. Ладно, я не знаю по поводу поджигания, конечно, но я видела этот челлендж по поводу лизания ободка. Это ж пипец мерзко вообще. Это фу. Это можно было сделать челлендж, резни жопу другу, я не знаю, там, грязную. Ну, может, типа, то же самое. Я не знаю. О, у нас теперь есть идея для челленджа в ТикТок новый. Лизи грязную жопу друга. Блин, это жесть, просто жесть, я не знаю. Короче, не знаю, может, тут, конечно, вас очень любит ТикТок, и мы просто не понимаем всей прелести. Ну, короче, это не наша соцсеть однозначно. Мы не рекомендуем ТикТок, наверное. Мы в Ютубе, нам хватает тигровнуть тут. Ну да. В общем, вот так. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.